говорит, что ехал на зеленый. Когда все машины стояли, я уж весь перекресток проехал, и в конце он меня ударил. Все понятно. На самом же деле в этой ситуации пока понятно только то, что зеленый свет для всех гореть не мог. Мерседес двигался по улице Мусина и уже почти закончил проезд перекрестком. Иномарка получила довольно ощутимый удар в правую дверь, но благодаря своей массе не отлетела навстречу. Хорошо видно, что в момент аварии 14-й двигалась по автобусной полосе. С его стороны не надо было превышать скорость, во-вторых, не надо было, когда все машины стоят, там как раз все. Я звонил, разрешил, не зеленый горел, и даже не моргал еще, когда я приезжал. Очевидцев аварии не нашлось, дерегистратора ни в одной из машин не оказалось. Участникам ДТП остается надеяться на записи камеры видеонаблюдения. И хотя повреждения 14-й выглядят более серьезными, ремонт иномарки обойдется значительно дороже. Искандер Толбаев, Сергей Ткаленко, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».